Дмитрий Микитенко. Вот мы переехали жить в село. Это была мечта моего детства. Начали строить дом. Здесь у нас появились детки. Ну, в первую очередь мы хотели жить в более экологических условиях, то есть на земле. Проблема мусора нас особо прям так не волновала, пока в один момент я не заметил, что в одном из оврагов лежит мой строительный мусор, который я туда не выбрасывал. Так получилось, что строители, которые у нас работали, меня неправильно как-то поняли. В общем, они выбросили его во враг. И когда я увидел этот мусор во враге, я подумал, что нет, нужно что-то менять. Придумали концепцию, придумали идею, показали сельчанам, сельчане вдохновились. Я стал ходить лично по селу, собирать среди жителей деньги. Также мы объясняем, что вот очень вредный мусор — это батарейки, что их нельзя просто выбрасывать в обычную мусорку. Мы заметили, что во врагах мусор перестал появляться. По-моему, в лес тоже стали меньше вывозить. То есть я вижу хоть какие-то, но изменения есть. Достаточно. Чуть больше, чем достаточно. Я попутно все это снимал, документировал. С этим всем видеоматериалом мы создали небольшой 45-минутный документальный фильм. Хотим его показывать в школах, людям. Все вместе понимали, что от каждого из нас что-то зависит, что мы можем что-то решить.